Тебя ждут дома, сэкономишь минуту, потеряешь жизнь. И еще множество фраз, с помощью которых сотрудники госавтоинспекции пытаются предупредить и уберечь водителей и пешеходов от беды на дорогах. Но, к сожалению, действует это не на всех. В третье воскресенье ноября во всем мире чтят память жертв ДТП. В этот день госавтоинспекция еще раз обращает внимание всех людей на трагедии, которые случаются на дорогах. Хотя количество аварий на дорогах Чувашии из года в год снижается, все же число пострадавших в ДТП остается внушительным. Только с начала этого года в республике в авариях погибли более 205 человек. Сегодня проходит акция совместно ГИБДД с Ассоциацией автомобилистов. Прежде всего, хотелось бы уважаемые автомобилисты, соблюдать правила дорожного движения и делать смотреть так, чтобы ваша семья всегда могла дождаться вас дома. И подобных случаев с этим автомобилем не было в вашей практике, в вашей жизни. Берегите себя. Каждый из нас может изменить ситуацию к лучшему, просто соблюдая правила дорожного движения. Нужно всегда помнить, что дисциплинированность водителей и пешеходов может сохранить чью-то жизнь.